Bună ziua! Numele meu este Schețco Nicolae, sunt reprezentant a companiei SAT Uniunii România, Republica Moldova. Astăzi ne aflăm în câmpurile companiei de Sintind.com, unde în primăvara anului 2020 am înființat un lot demonstrativ de porumb și floarea soarelui. Astăzi ne ocupăm cu recoltarea florii soarelui. La moment, marea parte a hibrizilor sunt recoltate. Observăm niște rezultate de la 2,5 până la 3 tone. Aș vrea să menționez că în condițiile unui an astfel de dificil, cu secete de lungă durată, cu arșițe, rezultatele care le obținem sunt satisfăcătoare. Dintre hibrizii recoltați, aș vrea să menționez așa hibrizi de genetică nouă, cum sunt Marchesa, cum este Driver și clasicul Paraiso 102, care ne bucură, cred că, de o perioadă de mai bine de 10 ani, cu rezultate stabile. Și în final aș vrea să aduc sincere mulțumiri fermierilor gazdă care ne-au oferit acest teren pentru lot demonstrativ și nu în ultimul rând partenerilor noștri Vitrade, care au depus toată munca și efortul pentru îngrijirea sau menținerea acestui lot demonstrativ și obținerea unor astfel de rezultate. Pentru produse calitative, partenerii noștri sunt dispuși să vă ofere orice informație, cred că 7 din 7, 24 din 24. Le mulțumim mult! Добрый день, меня зовут Игорь Солецкий, я представитель компании Евралис в Республике Молдова. Сегодня мы присутствуем на большом экспериментальном участке в компании Distin.com. На данном поле мы испытываем целый ряд продуктов семян гибридов подсолнечника. Значит, ежегодно мы делаем серию демонстрационных и экспериментальных участков по Республике Молдова, на котором, в принципе, вот на одном из полей мы сегодня присутствуем. Совместно с компанией Vitrade мы решили сделать этот проект с нашими давними партнерами. Гибридов на самом деле сегодня здесь очень много, 35 продуктов, из которых присутствуют и другие компании. Значит, по компании Евралис на сегодня здесь присутствуют, значит, три технологические группы подсолнуха. Это Clearfield'ы, Clearfield Plus, также по технологии Sulfa есть гибриды. Значит, в этих продуктах же есть сегмент, значит, High Allelic. В целом, как бы, поле довольно-таки выровнено. Сегодня мы довольны результатом. Благодаря технологии защиты растений по подсолнечнику именно от компании Vitrade, мы наблюдаем неплохие результаты, то есть первоначальные данные это от 2,5 до 3 тонн с гектара, то есть для такого года я считаю, что это очень достойный результат. В целом, скажем, в данном регионе урожайность по коммерческим полям варьирует примерно от тонны до тонны 700 до 2. Здесь, конечно же, как экспериментальный участок, то есть мы постарались сделать немножко выше показатель. По продуктам Евралиса, по системе Clearfield присутствуют уже такие продукты, которые известны на рынке на сегодняшний день. Это гибрид ЕС Терамис, ЕС Янис по системе Clearfield Plus. И новая линейка по технологии Sulfa, по технологии Express. Мы представляем сегодня, значит, три гибрида, из которых два являются High Allelic, это гибрид ES Aromatic и гибрид ES Jurassic, это один из новых продуктов, который мы, в принципе, будем тестировать. Также является новым продуктом, который мы, в принципе, будем лансировать в следующем году, в 2021 году, это гибрид ES Harmonica под технологией Express. На данном участке еще присутствует, значит, тоже большой экспериментальный участок именно по кукурузе, в таком же формате сделанный, с нашими продуктами. Его мы убирать будем немного позже, значит, и результаты, конечно же, будут немного позже. Я думаю, что со всеми результатами, которые мы сегодня здесь проанализировали, вы ознакомитесь уже непосредственно в
информационной табличке от компании Vitrade. В общей сложности год, конечно, катастрофически сложный, в особенности южная и центральная зона Республики Молдова. Наше пожелание, конечно же, всем не отчаиваться, сельское хозяйство, конечно, будет жить. И мы желаем, конечно, всем здоровья, всем удачи, осадков, хороших цен, хороших урожаев и всего самого наилучшего от чистого сердца от компании Vitrade.